Доброго здоровья, подписчики моего канала «Честный обзор», зрители моего канала. Сегодня хотел бы сделать кратенький обзор двух нужных вещей. Будь вы рыбаки, будь вы туристы, будь вы просто путешественники. Вот, эти вещи всегда нужны. Значит, первое, что я хотел бы сделать обзор, это термос. Вот, я посмотрел в том году несколько обзоров по термосам, ну и пришел к выводу, что надо приобрести себе термос фирмы Примус. Вот, я заказал этот термос, вот, и уже вот его год использовал. Использовал я его и летом, использовал я его и зимой на рыбалках, и сейчас я его использую. Вот, хотел бы рассказать свои ощущения по вот этому девайсу. Как заявляет производитель, этот термос предназначен больше как для альпинистов. То есть он имеет конусообразную форму, его очень легко вставлять в переполненный рюкзак. Есть вот такие вот штучки, это для того, чтобы термос не выпал из перчаток. Вот, ну, по этим термосам много уже обзоров в интернете, я просто как бы хотел уже от себя добавить. Вот, термос имеет две крышки, одна крышка глухая, другая крышка вот такая вот уже интересная, она открывается, вот, и можно уже с нее пить, как чашка-поилка. Вот, под этой крышкой, конечно, очень быстро чай остывает, она разборная, вот, я ей перестал пользоваться, я начал пользоваться вот такой крышкой, под ней чай в термосе остывает гораздо дольше. Вот, термос вакуумный, нержавеющий, запахов никаких не держит, очень хороший. Крышка здесь тоже с двойная, можно наливать чаек, вот, но на рыбалке там, либо если вы где-то отвлеклись, набрали в чашечку, быстро очень чай остывает. Вот, поэтому пришлось уже модернизироваться. Вот, для этого я вот взял вот такую кружечку, вот, термо. Я ее уже испытал, очень хорошая кружка. Это все я приобретал в одном и том же магазине. Магазин называется «Эксперт». Я потом ссылочку дам. Вот, я пересмотрел рыболовные разные кружки. Ну, решил вот заказать у них, как бы, тоже очень мне понравилась кружка. Держит очень долго чай. И чай, и компот, то есть очень такая хорошая крышка, тоже вот здесь можно открываешь, и сразу открывается технологическое отверстие, и можно через него пить. Запахов вообще тоже никаких нету, она вот с такой прорезиновая сама основа у чашечки, здесь тоже прорезиновая, то есть она не скользит, ничего, то есть бывает такое, там многие знают, там налил чай, пока отвернулся, там насадка, либо что-то сделал, чай остыл. Вот. Поэтому попробовал, все отлично, все очень хорошо. Достойный термос. Вот. Мне все нравится. Кому была полезна моя информация, еще раз повторяю, там ссылочка будет под описанием. Я заказывал киевский магазин, вот, «Эксперт». Они занимаются оборудованием для горнолыжников, для туристов, для экстремалов. Всем большое спасибо. До новых встреч.